Всем привет! И я во Франции. И по моему ужасному лицу видно, насколько я не выспавшийся, потому что я легла где-то. В общем, вчера встала в 5 утра, сегодня я встала в 6 утра. Ну как, я поставила будильник на 6, но в итоге я встала в 6:40, когда у меня автобус 7:15, потому что я проспала. И да, и потом я прибежала, искала поезд или автобус, я уже не помню, не досып. В общем, у меня был автобус, и когда я добежала до автобуса, мне спросили документ, и я поняла, что я забыла свой паспорт. И было 5 минут до отправления, но я сказала, что у меня есть только студенческий, айсик интернациональный. Мне сказали, ладно, хорошо. Я вообще забыла, что еду во Францию, а не в Германию. Просто здесь так все рядом, что просто забываешь. И я приехала в Страсбург. Страсбург — это Франция. Большой город. И я сейчас сколько там, 7, 8 утра, 8 утра, я здесь до 4, и сейчас иду в собор, самый известный тут. L'amour fait mal. L'amour fait mal parfois. Mais c'est la seule chose qui brûle en moi. Et quand je me perds, tu sais, je me perds parfois. Il me rappelle que tu n'es pas loin. Je le retrouve dans nos images, ces souvenirs que l'on partage, là où nos yeux ne sont jamais fermés, nos cœurs jamais brisés. Le temps a fini par s'arrêter. Peux me garder dans un coin de ta poche, ne plus me quitter, me serrer contre toi et me regarder. Tu ne seras plus jamais seul. Attends-moi, je vais rentrer. Aimer peut guérir. Aimer peut guérir ton cœur. Et c'est ta seule flamme quand je suis ailleurs. Je te promets que je serai là. Rappelle-t'en au plus profond de toi. Et c'est ce qu'il nous reste. Pour le dernier voyage. Je le retrouve dans nos images, ces souvenirs que l'on partage, là où nos yeux ne sont jamais fermés, nos cœurs jamais brisés. Le temps a fini par s'arrêter. Привет, я ещё в Страсбурге. Но такое чувство, что я где-то, не знаю, на море, потому что очень-очень жарко. Я не знаю, мне на солнце градусов 30-25 точно, мне жутко в футболке жарко. Я сижу в историческом саду университета, и там ботанический сад, поэтому птицы поют и тому подобное. Фу, боже, очень жарко. И, как понятно по видео, думаю, что я поехала одна. Поэтому я уже не знаю, что мне делать. У меня до автобуса 2 часа. Очень хорошо, что я не решила уехать ночью, а решила уехать днем, потому что я уже не знаю, что делать. Я уже обошла большую часть города, ту, которая интересная и историческая. Остальное это не так уже интересно. Я побывала в 3 музеях. И да, я и в самом главном соборе. Извините, я даже не знаю, что я снимаю. И сейчас я пошла в Carrefour, или как называется этот магазин, я не знаю. Купила себе салат, еще бутерброды, сэндвичи. И сейчас я буду это все есть здесь в парке.
И я хотела рассказать, что я была в главном соборе Страсбурга, он очень большой. И была я, как называется, La Petite France, я не знаю. Мой французский очень плох, я это уже поняла. Маленькая Франция, это такой район, где все домики старинные, как Эльзас, старинные. Это все находится в Эльзасе, как бы Страсбург, столица Эльзаса. Вот, и это очень красивый район, и очень много туристов, очень много, особенно американцев, очень много.